Но там же дальше покажут даже в кино, как это происходило. Это же дети леса их придумали в качестве собственных подручных мутантов, чтобы загандошить первых людей. А эти франкенштейны взяли, вырвались из-под контроля и, как это обычно бывает в американском кино, обратились против экспериментаторов. Против профессора. Да, обратились против профессора, и пришлось срочно детям леса резко дружить с первыми людьми и уже вместе мочить результаты собственных бесчеловечных экспериментов. Они же этим обсидианом закалывали человека около спецдерева, и он превращался в синий вот такое вот. Из кино никаких выводов сделать невозможно. Остается все непонятным. Зачем это, что это, для чего? Лично я не понимаю. Искать какие-то объяснения, ну, мягко говоря, странно. Снято красиво, как этот упырь на мертвом лошаде едет по какому-то льду. Что у него там за подковы, кстати, что он по льду может. Шипастые. Корова на льду – это не фигура речи. Корова на льду – это довольно смешно. Да. Вон сколько роликов, там какой-нибудь лось на лед вышел. И никак ему, и никуда, бедолаги, да. А этот он идет шипованный, да. На зимних подковах. Да. Да. Красиво. Снято красиво. И упырь хороший, и снято красиво. А где они подковы берут, мне интересно. Потому что, ладно, дохлых лошадей у них много, допустим. Они что, все подкованные помирают, строго на зимней резине. Только таких оживляют, наверное. Потому что, ну, это как они потом вот такой толщины цепь для дракона изобретут. Вы где ее взяли? Точно так же, а где вы подковы берете? Если у вас много лошадей, так неважно, дохлая она, не дохлая, ладно, дохлую вы оживили, а подкову вы тоже оживляете. Она же слетать будет, там кузница нужна, чтобы подкову обратно, конечно, приделать. Да. Волшебная тоже. Это у вас есть, видимо, какие-то дохлые кузнецы, которые там наладили промышленность, производство чего-то. Наладили кузнечный ход. Но. Чушь. Не верю. Вот это плохо. Здесь плохо. Повторимся в 154-й раз. Где про человеческие отношения а-ля брат Хайми и брат Тирион? Там хорошо, беседа Хайми с Леной прекрасна. А вот как только какая-то это особенно волшебная херня, ну это полная херня вообще, неинтересно. До тех пор, пока дракон не пропилит стену, вообще непонятно, зачем вся эта ваша мудацкая магия, блин. Ну, если у вас магия такая замечательная, что вы покойников поднимаете, что вам мешало сразу поднять 3 миллиарда покойников со всего севера и пойти грызть стену? Вот решился вопрос мгновенно, блин. Сразу бы, если 3 миллиона покойников, вы бы ничего не сделали. Никакие драконы не нужны, что характерно. Опять же, если прям вы показываете, что где-то на горизонте появился синемордый, и вода на лету замерзает, так заморозь ты океан вокруг восточного дозора и пройди по воде. Аки посоху. Потому что ты будешь аки посоху. Ну, если ты умеешь минус 60 затворить, тогда замерзнет все в этом, вот такой температуре, не сомневайтесь. Вода даже в океане тоже замерзнет. Километр наморозили и пошли. Да, в чем проблема? Что стена, зачем ее ломать? Что тут топтаться под ней, блин? Нет. Это мы еще разобьем.